Многотысячное скандирование «Россия, Россия!» «Динамо Алтай» рвется в атаку. Жесткая борьба с первых секунд. Противостояние «Россия» береги на Доминовой арене. Спортсмены буквально бьются за шайбу, толкаются на их подножку. Еще не вируются. И сам кстати, это из оглушительного рева болельщиков меня не было даже слышно. Игра говорит сама за себя. В борьбе за шайбу чуть ли не драка. Но на пятой минуте первый гол в ворота соперников забиваем мы. Игра очень интенсивная, очень напряженная, очень интересная. Ну, прям эмоции прям зашкаливают. Масштабное зрелище. То есть, раньше ездили в Новосибирск за таким, а сейчас, собственно, в Барнауле можно так наслаждаться. Скажите, жалко хоккеистов? Они часто получают травмы, зубы им выбивают. Но нет, не жалко, не стоит ужалеть. Во втором отрезке игры американцы учудили два удаления за пару секунд. Динамовцы воспользовались случаем и удвоили цифру на табло. В третьем периоде американцы, играя в меньшинстве, сравняли счеты. Зрители негодуют. Очень жаркий конец встречи. За минуту до финала американцы поменяли вратаря и едва не получили гол в пустые ворота. Но 3-2 в пользу «Динамо Алтай». Американцы сильные соперники? Да. Неприятно. Такой американский хоккей быстрый показывают, силовую борьбу навязывают. Просто у нас в России не все практикуют такую игру. Скажите, ну они жестокие, они толкаются, они дерутся или что они делают? Ну, в некоторых моментах играли, конечно, грязно. Мы обычно играем жестко, и нам нужно время адаптироваться к хоккею, в который играют здесь. Я думаю, мы сможем и будем с удовольствием играть здесь дальше. Смогут ли реабилитироваться американцы, узнаем сегодня. У них игра с чехами, а наши триумфаторы встречаются с казанской командой. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.